Всем привет! Ну что, ребята, сегодня у нас будут монстры, да? Сегодня, ребята, мы будем их уничтожать. Ну как, спросите вы? Ну сейчас вы увидите все, ребята, сами. Ну что, в роли Поли Монстрс, погнали! Нажимаем, ребята, на пой, и сейчас разберемся более подробно. Так, это у нас что? Это как бы, ребята, уровни, да? Здесь они закрыты, вот у меня доступен этот. Ну что, давайте посмотрим. Я здесь уже 3 уровня прошел, ну отлично, давайте следующий. Сейчас я вам уже, ребята, объясню сам геймплей этой, ребята, игры. Здесь, как видите, вот у нас имеется вот пушечка, которую мы можем вот так, ребята, управлять, поднимать ее. И наша, ребята, как бы задача тогда стрельнуть так, чтобы их, ребята, в принципе, уничтожить всех. Да. Ну, здесь, как видите, ребята, будет более-менее трудно. А, нет, не почему, ничего трудного, ребята, здесь нету. Все. Все, они, ребята, сдохли. В принципе, знаете, немножечко, вот прям немножечко смахивает чем-то вот на Angry Birds. Ну, я, в принципе, так чуть-чуть думаю. Ну, не сильно так уверен прям в этом, но чуть-чуть, ребята, похоже. Здесь очень, в принципе, легко. Сейчас туда закинем, она там взорвется, и все, ребята. Опа, давай, взрывайся. Есть, ребята, у нас еще есть, да, патрончики, да, есть еще. Бам, разорвали, и тут еще. Давай, блин, ребята, что-то она так не взрывается. Взрывайся, есть, супер. И теперь, ребята, сюда еще. Супер. Когда я, ребята, первый раз ее скачал, проходил первый, второй уровень, она такая, знаете, ну более-менее такая нормальная. Мне понравилось, потом я решил записать, в принципе, обзорчик на эту игру, вдруг кому-то понравится. Что-то, ребята, знаете что? Я заметил, что-то здесь у нас, в принципе, не кончается. Эти, в принципе, бомбы, это очень, в принципе, как-то необычно и, с одной стороны, как-то непонятно, да, но все равно это очень, ребята, круто. Как видите, ребята, эта циркулярская пила все сделала само за себя. Но здесь, ребята, все-таки остались, я теперь просто не могу понять, как это... А, вот, сейчас сюда закинем, да, и она сейчас разорвет, и они упадут. Ага, хер-то там, блин, ребята, что ж теперь делать-то? Ё-моё, что же теперь делать, ребята, я даже не знаю, как мне теперь туда, в принципе, закинуть. Она туда не залетит, наверное, да? Ё-моё! Может сюда кинуть, а? И она пусть заново летит? Нет. Не-не-не, это какой-то бред получается, да? А, подождите, ребята, можно же... Вот так вот. Ё-моё, я... Вот теперь я реально просто сам не знаю, как это сейчас... Мне сделать так, чтобы они туда долетели, я уничтожу, ребята, зомби. Может как-то волной, я не знаю. Да блин, еще, ребята, этот отсчет идет 3 секунды. Сейчас вы, наверное, уже догадались, что нужно, ребята, в принципе, сделать. Но я такой тупой, что я даже не понял еще, как бы, что нужно сделать. Капец, я сейчас себя оскорбил, да? Сказал, что я тупой. Блин, ну если я реально не понимаю, как мне туда сейчас... Давай подумаем. А что думать? Давайте заново, ребята, повторим просто. Просто... Логически даже. Так, что у нас здесь? Может что-то купить? Вау! Требуется больше бомб. Нет, я ничего не хочу, не хочу. А, вот они, ребята. Бомбы, в принципе, тратятся. Нужно с умом их, в принципе. Как видите, а потом, чтобы бомбы взять, нужно... Что здесь? Нужно, типа, посмотреть рекламу и все прочее, да, если заходить с интернета. Понятно. Я думал, они, как бы, ребята, немножечко бесконечные. Оказывается, это не так. Давайте, ребята, с первого разрушим это. Да, нужно с первого, ребята, разрушить это, чтобы потом наша эта пила достала без проблем туда. Ясно. Теперь давайте сюда уничтожим. Ну ладно, давайте туда. Все, ребята, все. Сейчас должно быть у нас получиться. Должно, ребята, вот просто должно. Да, давай, взрывайся. Есть. Видали, ребята, как я догадался-то? В общем, ребята, игра интересная, это головоломка, где нужно, в принципе, думать. Но на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорой встречи, пока.